Впервые после 5-летнего перерыва из Москвы отправился прямой поезд в Калмыкию. Путешествие пройдет в формате тура. Пассажиры проведут ночь в поезде, а днем ознакомятся с достопримечательностями. Кроме конечной точки, Элисты, запланирована остановка в Ростове-на-Дону. Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стиле советского времени. Наши туристы отправятся, железнодорожные туристы, в путешествие в город Элисту. Давно туда не было железнодорожного сообщения. Там в этот момент как раз происходит активное цветение тюльпанов. Мы приурочили наш рейс именно к фестивалю тюльпанов, который сейчас будет проходить в городе Элиста. Я думаю, что эта поездка в Элисту не последняя. Давно туда не ходили пассажирские поезда, поэтому мы провели большую работу, подготовили инфраструктуру. Вагоны поезда Сочи прошли специальную глубокую модернизацию. Это современные вагоны. Они предоставляют полный перечень услуг в части и безопасности, и комфорта. Но самое главное, изюминка данного поезда, он полюбился нашим туристам за последнее время. Вагоны поезда оформлены в стилистике 70-х, 80-х годов прошлого века.